Лето – пора школьных каникул. Дети больше времени проводят на улице. Чтобы их отдых был комфортным и безопасным, глава Самары Лена Лапушкина дала поручение провести ревизию детских игровых площадок во дворах и на общественных пространствах. О результатах проверок главы внутригородских районов сегодня отчитались на еженедельном рабочем совещании в городской администрации. Они рассказали о состоянии площадок. Некоторые из них полностью безопасны и соответствуют нормам. Какие-то были испорчены вандалами, отдельные нуждаются в ремонте. Обратить особое внимание глава города просила на площадке, о состоянии которых поступали обращения жителей. Там, где необходимо, ремонтные работы выполняют сразу. Нужно разместить информацию о сделанной, о планируемой работе по всем заявлениям, которые люди оставили. И там, где они просят дополнительно установить, таких обращений действительно много, мы тоже разъясняем программы, в которых они могут поучаствовать, и, соответственно, сроки, когда это можно сделать. О реализации федеральных, региональных и муниципальных программ также говорили на рабочем совещании. Главы районов доложили о проведении благоустройства дворовых территорий. В этом году только по федеральной программе формирования комфортной городской среды приведут в порядок 55 дворов. Еще территории преображаются по губернаторскому проекту содействия и городской программе «Твой конструктор двора». Сейчас все работы выполняются по графику. Если вы 1 сентября не закроете площадки, да, у вас наступит ответственность. Поэтому лучше сейчас говорите об этом, где нам надо поучаствовать и где надо помочь. Если у вас нормальные подрядчики, которые понимают значимость проводимых ими работ, но тем не менее, сразу готовьте документы. Обсудили в администрации и новость, которая коснется футбольных фанатов. Для посещения матча необходимо оформить паспорт болельщика. Глава Самары дала поручение разработать памятку для горожан, чтобы они понимали, какие документы нужны для оформления карты и каким способом ее можно получить. Вот и сейчас много вопросов, небольшая путаница в голове, наверняка у всех здесь присутствующих, и у людей точно такая же будет, прям пошагово, что можно сделать, какие есть варианты. Потому что все равно болельщиков у нас более чем достаточно в Самаре. Напомним, Самара вошла в число пилотных городов, где для посещения футбольных матчей российской премьер-лиги нужен будет паспорт болельщика. Первую домашнюю игру крыльесоветов в новом сезоне проведут 31 июля против московского «Торпедо». Заявление на получение документа можно будет заполнить на госуслугах, а получить в отделениях МФЦ. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.